Погодка супер. Перенос, ну, в смысле имеется в виду? Как вы мои отчетчи, как думаете, как у кого они? Салоны белые, не отряженки, пузо по земле не от тяжести. Поэтому купил, потому что они такие же. Ну, их эпоха прошла. Они паленые, во-первых. Это Louis Vuitton паленый. Просто валяются в бардачке. Мрачно, пасмурно. Подвигаюсь до Домодедово. Походу аккумулятор спиздили из копейки. Знакомая ситуация, у меня тоже пиздили. Хуёво, блядь, такая правда получается. Еще в школе, когда учился, блядь, спиздили сабвуфер, усилок. Но аккумулятор, кстати, по-моему, на месте остался. Сап и усилок вытащили. Всегда раньше на Неостанавливаться, в Москву ездил по работе. Больше не останавливаюсь, чуть неохота. Сейчас тормозну, короче, перекурить, потому что залипаю. Постоянно залипаю, когда езжу на долгие расстояния. По трассе ездить вообще не могу. И заправиться можно, и гостиница, помыться там, переночевать, в магазине что-нибудь прикупить. Только в таких магазинах опасно что-то покупать, там одна просрочка, блядь. Сейчас дает до Домодедова, и там все энергетику возьму. Поехали дальше. Ну чё, Домодедово, тормозну тут. Жду, стою. Островок тут стоять нельзя, но тут стоят таксисты, ну и остальные из Дагестана, приоры. Все стоят, так ждут, пока прилет будет. И сюда могут сейчас в любое время подъехать менты и всех разогнать, потому что стоять нельзя, они всех гоняют. Ну, кто не был там в аэропорту или не знает, допустим, возле аэропорта вообще все запрещено везде стоять, а если поехать по дороге... к аэропорту стать близко на обочине, то там ездит машина, которая эвакуирует, просто сзади подъезжает, за колеса цепляет и увозит. Поэтому стоять тут вообще нигде нельзя, блядь, ближайших километров 5, все, блядь, в знаках, что запрещено, не знаю почему, но такая херня, все стоят в ближайшем городе, либо вот на таких островках, пока менты не подъедут, они тут регулярно подъезжают и всех гоняют. Пока не подогнали, будем стоять ждать, хоть и тонирование, мне тут опасно. Не один тонир, но приора тоже катанная, лансер катанный, поэтому ничего. Ни одного меня будут принимать, надеюсь. Уже поссать отъехал, вернулся на то же место. Все те же самые тачки стоят на месте. Значит, легалых не было. Вон приора-то. Значит, еще не гоняли. Полетел, полетел. Кто-то отдыхать летит. Опачки, опачки. Месте. Вот это местный эвакуатор. Подъезжает, цепляет за колеса и увозит вашу тачку. Я уже в Туле, между прочим. А в Туле погодка, посмотрите, какая. Прям радует. Осень, осень, да? Листва уже, вот она. Вот она, листва на земле. Ну, короче, вы поняли, да, как парковаться не надо, иначе попадете на бабки. В общем, я чилю сейчас в зал. Вообще сегодня не собирался, о, вертолет летит. Вертолет летит, видите, нет? Ну это, короче, мажоры какие-то часто тут летают. У нас же тут охренеть какие пробки. А в общем, приехал рано и думаю, чем заняться. Думаю, ну поеду в зал. Вроде планов никаких больше нет. Выжить можно меня. В зале вообще пусто практически. Все гантельки на месте. Выпался из зала. В зале особо не снимал, потому что сегодня усильно прям прилагал свою энергию, чтобы жирок мой выходил из меня. Сука, рыжий, жирный пидор, блядь, иди сначала похуднее, потом приходи обратно. Поэтому, братва, если есть какие пожелания, пишите комменты, ставьте лайки, либо дизлайки, лучше лайки, конечно, не забывайте на канал подписываться.
веду обратную связь со всеми. Так что удачи всем, пока.